Ой, осторожно. Бешеная лошадина разошлась. Мы тут периодически завтракаем за вот этим столиком. У меня открытие. Гречка с петрушкой. Это просто пища богов. Почему никогда так раньше не делала? Во-первых, зелень. Огромная горсть с самого утра. Во-вторых, сочетание вау. И я сюда еще семечки конопли посыпала. Что ты расскажешь, моя красотка? Ничего сладко. И что еще? Ничего. Ева, у мамы сегодня очень ответственный день. Угу. Я буду проводить йогу для девочек. Ну-ка, покажи Евасану, пожалуйста. Евасана? Пукасана. Пукасана. Головасана? Угу. Вау. Нагинасана. Папа, найди еще кость. Кость? Смотри, тебе на ножку заполнить энергией. Ты сейчас маленько съешь, посмотри, как она энергией наполнится. Смотри, сразу у тебя вот до сюда сейчас прибавилось. Мы сейчас вот до сюда заполним. И она вся должна стать красной? Да, и ты будешь бегать быстрее всех, потому что много энергии будет. Мы это с мамой уже представляем, как это происходит, поэтому мы кушаем. Видишь, как мы каждый день кушаем? Дри. Бу-б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 у. Она еще помогает силой, это много-много витаминов. А это да, это точно, в гречке очень много витаминов. У меня есть такое ощущение, что в последнее время, что не видео, то мои волосы становятся короче и короче. Это мой максимум, точнее мой минимум. Сегодня у меня будет первая в жизни йога-практика. Имею в виду, что я буду в роли преподавателя, а не в роли ученика, как всегда. На самом деле, за время, пока я не снимала видео, произошло очень многое. 19 июня я сдала экзамен на йога-тичера и получила сертификат, даже сертификат иностранного образца, международного образца, который позволяет хоть где преподавать, но как бы не то, чтобы мне это было очень нужно, чтобы я поехала куда-нибудь, но это все равно приятно, я вам все покажу. Написано здесь количество, короче говоря, часов, анатомии, физиологии, педагогики и, собственно, самой специализации. Специализация у меня хатха-йога. Если бы я знала, что вот эта фотка, которую я скинула просто вот так, я в кофейне сидела, даже можно увидеть, что я сама в приложении сделала этот белый фон, потому что мне сказали, пришлите фото на белом фоне. Я подумала, что это нужно просто для проходки там внутри, но нет, это было на диплом, ну да ладно. Поэтому сейчас я имею право гнуть людей в физическом плане, делать это легально. Практика будет среди моих подписчиц, получается. Я сделала объявление, анкетку, и я хотела сделать практику в Екатеринбурге, ну потому что я живу в Екатеринбурге, это логично. И так получилось, что столько желающих было из разных городов и, внимание, даже стран, потому что одна девочка прилетает, например, из Кыргызстана. Я обалдела, что в какой-то момент я подумала, ой, надо всех набрать из разных городов, но потом подумала, так, в чем прикол? Екатеринбург, у меня точка Екатеринбурга, а как же мои местные? Поэтому я сделала 3 места для Екатеринбурга, 3 места для иногородних. И да, первый раз я хочу практику на 6 людях опробовать, насколько я вообще справляюсь, насколько я вывожу все это. Я 7-я. Хотя зал, конечно, позволяет там 20 человек впустить. Зал очень красивый. Вообще столько всего вам хочется рассказать. Смотрите, у меня сережки. Я только сейчас поняла, что это настолько йоговские сережки. Ну, точнее, их можно интерпретировать как йоговские. Мне их подарила Люба, вы, может, помните, моя помощница из Беларуси. Здесь кулончик на сережке солнце. Здесь кулончик жемчужинка, но я это интерпретирую как луна. Похоже же, да, ведь на полную луну, но она как бы не очень ровная, как будто, но ничего. И как раз в йоге считается, что правая сторона нашего тела, и там, когда мы дыхание, например, практикуем, это наполняется солнечной энергией, мужской энергией, а левая — это лунная энергия, энергия женская. И я надела их! Супер в тему! Я только сегодня до этого догадалась. Мы познакомимся и с эфирными аромамаслами, и проведем практику с метафорическими ассоциативными картами. Конечно же, сама хатха-йога, 1,5 часа практика у нас, травяной чаек, который собирала лично ручками мама Дениса, вкусняшки, орешки, ягодки, фрукты. Ну и, конечно же, обнимашки, разговоры.
Покажу вам, что беру с собой, что важно не забыть. Все положила в одно место, и здесь еще нет еды. Это все на кухне. Здесь масла, эфирные аромамасла для аромапрактики в самом начале. Это мой дневник, где у меня расписана практика. Основные шаги, потому что все может быть, у меня в голове может все перемешаться. И на всякий случай просто иметь план, это как-то себе спокойнее. После практики хатха-йоги, полуторачасовой, где мы хорошо разомнем тело, у нас еще будут метафорические карты. Они очень классные, называются «Внутренний ребенок. Путешествие к себе». Моя форма. На всякий случай беру линзы всегда на ответственные мероприятия, потому что всякое может быть. Иногда глаз почешешь так, что линза реально может соскочить. Сменные зарядники. Такой маленький штативчик для камеры, на которую я сейчас снимаю. И большой штативчик. И большую камеру, собственно, для статичного ракурса. И самое приятненькое – это подарочки девочкам. Здесь у нас Пало Санто. Работают как благовоние. Настоящая Пало Санто из Перу. Потом масочка для лица корейская. Пастила. Очень вкусная. Кстати, она продается в кофейне у нас. Я ее обожаю, серьезно. И, конечно же, дрип-пакет. Отправилась я на практику с чувством волнения и ощущением, что это какой-то сон. И только когда я приехала на студию и разложила подушки для девочек, осознала, что это самая настоящая реальность. Притом именно такая, которую я сама для себя выбрала. Как вы видите, я пришла заранее, специально, чтобы настроиться, все подготовить. Смотрите, какая здесь милая кухонка. Здесь будут наши чаевничества происходить. Знаете, это была по-особенному удивительная встреча. Во-первых, видеть вас вживую – это всегда очень много эмоций, разговоров обо всем, будто мы знакомы уже 1000 лет. А во-вторых, это, конечно же, сам повод встречи. Моей задачей было познакомить девочек с йогой, дать простую, но глубокую практику на все тело с тотальным погружением в себя. Может, это даже к лучшему, что моя камера почему-то отключилась на 6-й минуте практики, и основная часть останется лишь в воспоминаниях тех, кто был в зале. Значит, так было нужно. После 1,5-часовой практики мы поделились впечатлениями, девочки дали мне обратную связь. Я честно призналась, что волновалась, и 90 минут для меня пролетели как 5. Но, тем не менее, я осталась очень довольной своим первым опытом. Здесь палочка! Пало Санто! Обалденный сюрприз! Кофе мой любимый, который я еще могу Мы разговаривали, что после пойдем обязательно до Пало Санто и заходим! Скажите мне, как вам практика? Классно! Шикарно! Это очень круто! Будете дома йогой заниматься? Да! И было вполне ожидаемо, что после нашей встречи я была как выжатый лимон, но с очень приятным послевкусием. И, конечно, поняла, что хочу еще не раз провести подобное. Приветики! Снова я вас приветствую в этой локации. Я спонтанно совершенно решила, что прикольно включить этот день во влог, потому что событие такое важное достаточно. День рождения Дениски, 35 лет. 35 лет. Знаете, живя с человеком, старше тебя на 10 лет, ты ценишь время еще больше. Ладно, это все шуточки, возраст не имеет значения, конечно же. У нас такая дикая жара, просто невероятно. Ну, в принципе, сейчас по всей России так аномально просто. Эта жара прям, знаете, выжигает. Это не просто приятные 24. Моя любимая вообще температура — это 21. И даже немножечко облачно, иногда солнышко. Но 30! Поэтому очень кайфово было. Мы сейчас выходные провели в деревне. И, конечно, там свежий воздух, земля под ногами. Ты выходишь с утра, идешь по росе. Это вообще такие чувства, такие моменты ценные. Сейчас вообще не у каждого ребенка такой
шанс, такая возможность, да, есть просто вот провести, например, выходные на природе. И я понимаю, какая я была счастливая, что у меня каждое лето было в саду. Да, мы не выезжали практически там на моря какие-то или что-то еще, но, если честно, в моих воспоминаниях самые классные события происходили реально в саду, когда мы придумывали какие-то игры с подругами, когда варили какао из грязи, когда прям вот моментально рождались какие-то идеи из подручных средств, нам не нужны были никакие игрушки. Я мастер отходить от темы. Сегодня день рождения... Нет, завтра день рождения у Дениса. Сегодня у меня день экспресс-подготовки, потому что с событиями прошлой недели, этой недели, короче, очень много всего происходит. Я нормально, адекватно не успела подготовить квест так, чтобы связать все этапы. У меня все подарки закуплены, я все знаю, как бы, что к чему, но как это все связать между собой, я буду придумывать сейчас. И мы с Денисом на ночь уезжаем за город. Между прочим, в то место, где мы праздновали нашу свадьбу. Это вообще потрясающее место, там озеро, природа, бассейн. Если честно, на самом деле это домик, который он снял. Это даже, я бы сказала, не домик, это домина, домище. Это вообще как бы не для нас с ним. Мне чисто повезло присоседиться, потому что он празднует его день рождения основной. А, смазала, что такое? Он празднует его со своими друзьями, которые прилетают, приезжают там из Челябинска, из Уфы, из разных городов, кто-то из Екатеринбурга. У них такой пацанский день рождения будет. Но так как он брал домик почему-то заранее, чтобы им заселиться, видимо, там пораньше было, он его взял как бы на сутки раньше. И я такая, привет, наверное, это сутки будут наши с тобой. Это значит, что весь квест я должна адаптировать под то место. Я вам сейчас покажу, что у меня там наготове. Краситься вообще в такую жару неохота, я ничего не нанесла, кроме туши. Вот, значит, мои подарочки. Сейчас моя задача будет соединить все это в один квест. Это очень интересный подарок. Но, кстати, самый дорогой и самый ценный, наверное. Потом узнаете, что это. Один из подарков его будет ждать дома. Это огромная доска кучи наших разных совместных фотографий, абсолютно с разных периодов, какие-то для нас важные периоды, абсолютно спонтанные моменты жизни. Вот даже эту историю я сюда прикрепила. I've been pushing away everybody I love. Мы на месте. Хотелось бы сказать, что это коттедж для нас. Да нет, это для шестерых парней. Но сегодня для нас. Здесь милое кресло. Здесь еще стол. Кухонка, обеденная зона и 4 одинаковых комнаты. Мы выбрали эту. Я выбрала эту. Потому что она просто сейчас светлее. Но по сути они все одинаковые. Тут просто двухспальная кровать, шкаф, стол, окно. И общая зона. И представляете, насколько... Боже мой. Вот здесь вот загибается ковер. Запомни количество случаев, когда будут пацаны материться. И представьте, на шестерых людей всего получается один душ. Да. И один туалет. Это получается вторая прихожая. Быстрый доступ к озеру. Я не знаю, вспоминаете ли вы кадры, но вот на этих лесенках были сделаны наши красивущие кадры с платьем. О, здрасте. Киска. Мы с пирса поднимались, и вот здесь вот нас встречали гости. Мама Дениса мне давала укусить каравай. Еще говорила, рот не раздевай. Помню, в нашу свадьбу здесь был дикий ветер, и нашу арку сносило очень сильно. И небольшой дождик даже пошел, но потом тучки разошлись. Молодой человек, тебе завтра 35. Людей можно удивлять бесконечное количество раз, потому что мы такого никогда не видели, хотя уже много где бывали. Очень яркий свет. Менее яркий свет. Еще менее яркий свет. Синий! Синяя луна. Кстати, у нас похожий фильм сейчас будет.
интересное, что я сама проснулась в 7. Сейчас надо эти пакеты разложить по всему дому. Что ты увидал? Карман халата. Банка ничего. Потому что когда спрашиваешь, что тебе подарить, нужно отвечать нормально. Ты всегда говоришь, мне ничего не надо. Их никогда много не бывает. Вот там тебя ждет бумажечка, ты можешь ее отклеить. Смотри, у тебя здесь есть задание. Прочитай вслух задание. Напиши 15 направлений, куда мы ездили, летали. Тюмень. О, ты типа по хронологии решил. Это было первое наше путешествие. Казань. Это было второе наше путешествие. Алтай. Это было третье наше путешествие. Не считай Тагил. Шри-Ланка. Италия. Португалия. Швейцария. Франция. Дубай. Таиланд. Германия. Мексика. Это Армения, например. Угу. Держи! Это что-то в тему. Тут разные, короче говоря, идеи на дорожные игры. И уже с этой, с фломастером. И особенно, мне кажется, для самолетов прикольно вот взять одну такую штуку и играть вдвоем. Интересно тогда? Интересно тебе? Самолетики поиграть. Кто вы это такое? Ты похож на девочку. Вот смотри, там же не только купюры, ты видишь, что там еще монеты, а в целом все. Кто это? Деньги. Ну что, да. Где? Где? Круг. Ру. Молодец. Руч. Руч? Ка. Ка. Ты сразу кал угадал? Елка. Ты гений. Это же елка? Нет, это кал. Кал? А, это какашки? А что они зелененькие? Они желтого цвета. Да, мне кажется, зелененькие. Я подумал, что елка и кай забрал. Где ручка? Вопросительный знак. Вот. Нет, тебе нужно найти другую ручку. Где мы пишем ручкой? Стол. Вот иди теперь. У тебя усложнение задачи, у тебя 3 комнаты. Да-да. Твоя ручка. Окей, красивая ручка. Красивая? Да. Yeah. Прикольно. Все из дерева так. Не, не тоже она. Мне нравится, что она на магните. У тебя что, здесь база? Почему ты сюда возвращаешься? Чтобы у тебя всегда было вдохновение в том, что ты делаешь. Хорошо, пусть. Милашка. Начинаются задания. Ой, это не задания еще были? Теперь, чтобы получить подарок, нужно выполнить то, что скажу. Я. То, что скажу. Я. Это вот стрелка. Я. Включаю музыку. Ты танцуешь 30 сек. Только потом можешь идти в ванную. Ну что, я там время теряю сразу? Нет, ты что, это разминка, это выход из зоны комфорта. Все, я включаю. 1 minute 37 seconds later. Тут были танцы, если что. 30 секунд прошло. Нужно что-то найти. Правильно! Пойдем на базу. Расскажу, что это. Это наборчик твой по уходу за чувствительной кожей любыми. Да, это можно все брать с собой. И я, видишь, как знала, ты сегодня ничего с собой не взял. Это умывалка, тоник, потом сыворотка и крем. Все, что нужно в маленьком формате. Это очень хорошая фирма, корейская. Ты теперь не будешь отнекиваться, что большие бутылки ты с собой не берешь. Спасибо. Чисто моя фича. На обратной стороне разместить все. На улицу изо всех сил прокричи. У меня сегодня день рождения. И только потом загляни под кровать. А сегодня день рождения. Давай, иди под кровать. Бынкель. Пойдем на базу. Пойдем на базу. Вкусный мир, вкусненько. Та-дам! Но подожди, перед тем, как ты все это возьмешь. Ты должен отгадать. У тебя 3 попытки. Как ты думаешь, на какую пачку я разместила следующую подсказку? Индонезия, Доминикана. Ну ты же можешь задеть подсказку, если она же сзади. Ее нельзя трогать. Значит, нельзя. Испания, Марокко, Мексика. Я думаю, на Италии. Ну, проймирей. Молодец, у тебя было 3 шанса. И ты с первого угадал. Можешь его открыть, попробовать. Дрип заварим, да, потом? Угу. А ты, конечно, в игры сейчас поиграла в эти разные. Угу. Это благодаря экивоке. Я просто думала, какие еще задания придумывать. Даже не знаю, для кого больше следующий подарок. Для тебя или для твоего белого коня? Кто твой белый конь? Наверное, машинка. Наверное. Иди к подушке. Угу. А подушек в нашем коттедже много. Ha ha ha.
Может быть, это даже больше еще и для меня, потому что ты все время говоришь мне, что мы там с Евой, если крошим, сами убирайте. А это маленький пылесосик, который работает от, ну, вот так, беспроводной. И он всасывает, типа, маленькие вот такие крошечки всякие. Прикольный такой, удобный. Где будем хранить? А в багажнике? Спасибо. Теперь нужно идти куда? Помнишь? Пооткрывать. Нет. Шкаф. Да. Нашел? Да. Квест внутри квеста. Такого еще не было. Делай жизнь. Или больше. Богаче. А, богаче. Разработано психологом. Вы держите в руках квест-игру, волшебную баночку с интересными необычными заданиями. Они подарят множество новых впечатлений и гарантированно обеспечат яркими эмоциями. Ё-моё, прикольно сделал, красиво. Банку потом можно, да, использовать когда что-то? Вытяни меня. О, прикольно. Угу. Было написано, перед тем, как тянуть задание, вытяните самый большой сверток и дайте обещание. Даю обещание с этого дня вытаскивать задание из этой волшебной банки и выполнять их в полную силу по мере своих возможностей. Я буду стараться делать это не реже одного раза в неделю. Ого. За неисполнение задания из-за лени, забывчивости или иной несерьезной причины я обязуюсь. Должен самому придумать. Давай заодно одно задание прочтем хотя бы. Давай нарушим инструкцию прямо сейчас. Давай. В течение следующей недели записывайте все свои траты. В конце недели проанализируйте, на что вы тратите деньги, насколько эти траты оправданы и эффективны. Вот такое решили, все полезненькое, что считается. Ну да, наверное, там будет какая-нибудь, в этой неделе попробуйте зелень есть или что-нибудь. А так-то можно, прикольно. Да, прикольно, да. Можно даже вместе с Евой ритуал открывания баночки сделать. Сегодня лучше траты не читать. А что ты пообещаешь себе попробовать в свои 35 новые, чего раньше никогда не пробовал? Погоди, ответ. А, где? Учительница. Спонтанно. На гитаре можешь поиграть. О-о-о. Начнем прямо сейчас. Попробуй сыграть виселицу всего с 5 жизнями. Ну, типа не с 10, как у нас всегда, а с 5. А. А, есть. С. Н. Молодец. Ты соединился с потоком? Л. Л. Вторая поверхность. К. Третья поверхность. Т. Четвертая поверхность. Е. Молодец. Подсказка, это не существительное. Давай R. Молодец. Типа наверху, например. Молодец. Наверху. Найди самую высокую точку в этом коттедже. Нет, не настолько. Внутри. Какая-то мебель, которая выше всех. Нашел шкаф? Да. Ура! А я так не могу. Это, короче, секретная коробка. Only for us. Sorry. One hour later. Ищи холодос. Ищи. С другой стороны открывается. Ты сейчас несешь его. Ты там? Иди сладенькое. Я не обещала. А что, в холодильнике? Просто приколдес. Приготовим твой любимый том-ям вместе. В общем, кулинарный мастер-класс у нас с тобой будет. Я выбрала день, когда будет именно паттай, потом том-ям. 5 августа, по-моему. А внутри что там? Ничего. Просто я наклеила оригами. Чтобы плотненько было. Да. А теперь включай фантазию. Игра «Да-нет». Задавай вопросы про свой последний подарок. Я тебе его отдам. Не про этот, про следующий, да? Да, про следующий. Он несъедобный. Да, он несъедобный. Он не больше 1 килограмма. Да, он не больше 1 килограмма. Он не больше такого размера. Да, не больше. Он в этом коттедже. Он в этом коттедже. У меня такого еще не было. Было. У меня такое есть. Было. Интересненько. То есть что-то где-то сломалось, испортилось, да? Нет. Это круглое? Нет. Это квадратное? Да. Ну, прямоугольное. Это связано с электричеством? Нет. Есть у многих? Нет. Прикольный вопрос задаешь. Это что-то с эмоциями связано? Ну да. Это нужно где-то получить этот подарок? Нет. А, ну в целом да. Ну, это услуга? Да. Связано с полетом? Да. Самое интересное, что ты сейчас думаешь, что ты близко, но ты вообще не близко. Да? Ну, короче, это не всякие там парашюты, нет, парапланы. Нет, нет. Это летает? Да. Но это не квадрокоптер. Нет. И не вертолет. Нет. У меня такое было? У тебя было то, что я тебе дарю. Но этот подарок связан с полетом. Но сам подарок, он не летает, как бы он не летает, но ты будешь летать. Для удобства? Нет. Его нет, как бы. Это вот у меня сейчас там лежит версия, чтобы ты просто этим воспользовался. А, ну это вообще, ну, вещественное. Вещественное, но ты не можешь это объять, это будет не твое. Когда ты туда придешь. Ты только воспользуешься и все. В самолете? Да! На каком-то особенном самолете? Нет.
На обычной соли? Да, у тебя это уже было. А, типа как в Питер мы ездили? Типа теперь полет в другое место? Да, но ты там уже был. На Гималайи? Нет. На Алтай? Нет. В Сочи? Это когда, воскресенье? Ты на вторник? Чисто в этом Денис. Чуваку подарили билет на самолет. Он такой, так, это что, воскресенье, какой там день? Что у меня уже запланировано? Вот твоя бумажка. Да. Прикольно. Мы с нашим квестом пропустили весь шведский стол. Пришли в самый последний момент. У нас будет свечка в хлебе. Загадай желание. Это скудно было тебе. Ура! Там миллиард детей. Поэтому я искупалась вот в этом уголочке. Тупые мои, спасибо тебе за квест, за организацию, поздравления. Так мило. Ты пупсик. В этот день у меня было еще одно важное событие, на которое я вас взяла с собой. Это запись кавера на барабанах песни «Обливион». Я не помню, делилась ли тем, что к году игры на барабанах я решила записать клип на этот трек, и для него нужна идеально сыгранная аудиодорожка. На студии меня встретили вопросом «Это твой первый раз?» И на ответ «Да» сразу предупредили, чтобы я была готова. Это будет стрёмно и сложно. И я вам скажу, они были полностью правы. Игра на инструменте просто под музыку, и запись своей игры — это небо и земля. На студии ты слышишь каждый свой мини-косячок и просто не веришь, что это ты мог так стрёмно сыграть. Но ребята меня успокоили, сказав, что так происходит абсолютно у всех. Спустя 2.5 часа мы таки сделали это. А еще я говорила не чай с молоком, а чай колем. А еще вместо спасибо я говорила пасиса. А еще вместо будь здорова я говорила буляля. И последняя глава нашего влога — ремонт в новой квартире. Наконец-то есть что показать и рассказать. Вот это, например, будущая кухня-гостиная. Пока что единственное пространство в квартире, где нет натяжного потолка. Потому что мы ждем, когда будет готова остальная мебель в потолок. Задача сегодняшней встречи — определить точное местоположение люстр в этой комнате. Их будет 3. Одна над обеденным столом, одна над барной стойкой и одна над журнальным столиком у дивана. Кстати, много элементов декора и мебели мы заказали на сайте La Redoute, благо они все так же без проблем доставляют свои товары в Россию. Как-то делилась с вами в Телеграме своим заказом оттуда. Так вот, совсем скоро будем все вместе распаковывать. А это мы с вами заходим в кабинет. Здесь уже стоит закрытый от пыли диван и собранный шкаф для документов и прочих мелочей как раз с La Redoute. Он пришел одним из первых. А этот странный провод в стене здесь не просто так. Тут будет висеть карта мира с подсветкой, на которую можно будет прикреплять флажки в область тех стран, где мы побывали. Такой вот насыщенный и разносторонний влог у меня в этот раз вышел. На самом деле, полное отражение моей жизни сейчас, бурлящий новыми впечатлениями, эмоциями. Я вас благодарю за просмотр и за то, что поддерживаете канал. Обнимаю. До скорого.